Сергей Половников назначен федеральным инспектором Нижегородской области. В этой должности он был официально представлен присутствующим на координационном совещании под председательством главного федерального инспектора по Нижегородской области Ивана Кастанова. На этом посту Сергей Половников сменил Дениса Москвина, который в марте 2016 года написал заявление по собственному желанию и стал проректором ННГУ. Ранее Сергей Половников исполнял обязанности начальника областного наркоконтроля. Представляя нового руководителя, Иван Кастанов рассказал об основных задачах и направлениях его работы. Основные задачи – это, конечно, координация деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Ну и есть еще функциональное разделение, прежде всего, это деятельность приемной президента в Приволжском федеральном округе. Частично эта зона ответственности будет федерального инспектора. Это организация взаимодействия со средствами массовой информации. Это реализация общественных проектов, которые проводятся на территории Нижегородской области в Приволжском федеральном округе. Также на совещании представили нового руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталью Кучеренко. Бывший глава Нижегородского Роспотребнадзора Евгений Петров покинул свой пост 14 июня, перейдя на должность заместителя главного врача областного центра гигиены и эпидемиологии. Наталья Кучеренко была назначена руководителем еще 8 июля и уже успела приступить к своим обязанностям. Все сферы жизнедеятельности человека находятся под нашим пристальным вниманием. В 2005 году к нам еще добавили систему, так сказать, контроля по защите прав потребителей, то есть все услуги, покупки, которые осуществляются в интересах потребителя, тоже находятся под нашим пристальным вниманием. Новый руководитель управления отмечает, что основная задача, которая стоит перед нею, это обеспечение санитарно-биологического благополучия жителей Нижегородской области.